Давайте на минуту представим, что могло произойти бы, если бы в результате так называемого протестного голосования к власти вдруг пришли нынешние беглые. Напомню вам. В своей программе они хотели под видом широкомасштабной приватизации и развития рынка земли, считай, как в Украине сейчас, провести реструктуризацию, частичную полную приватизацию. Все, что я перечисляю термины, мало кто из нашего народа то и понимает. Больших средних предприятий, по сути, контролируемую распродажу сельхозугодий и флагманов промышленности. Все было поделено. Кому на каких условиях, мы уже прекрасно видим. Те, кто их кормит сегодня. Они предлагали присоединить Беларусь к будущей системе поставок сжиженного газа из США в Восточную Европу. Не было бы счастья, да несчастья помогло. К чему бы это привело? Посмотрите на нынешние спотовые цены на газ. И какая очередь выстроилась встречать американские танкеры. Там в очереди стоят, чтобы встретить американские танкеры, которые пока идут туда, в Тихоокеанский регион, но не в страны евроатлантической солидарности. И в этой ситуации нашлось бы нам там место нашей Беларуси, если своим не хватает. Они предлагали оптимизировать численность учреждений и сотрудников в сфере образования, здравоохранения, сократить избыточное количество больничных коек. В результате мы бы получили паралич всей социальной сферы, массовую смертность от разного рода болезней. Они тянули Беларусь в НАТО, предлагали полностью перейти на натовские стандарты, направлять белорусских военных в образовательные учреждения и центры стран Альянса. Это привело бы к колоссальным расходам на вооружение и, в конечном счете, к ракетам под Смоленском. Вы думаете, Россия спокойно бы на это смотрела? Более того, они хотели отказаться от русского языка, нашего русского языка, присягнуть экстремистским символам, организовать массовый снос памятников, как итог разжигания гражданского противостояния и разгул национализма. Это уже было в середине 90-х, вы помните, начали с переименования улиц, и только избрание первого президента положило этому конец. Один из пунктов – церковный раскол по образцу украинской автокефалии. Очевидно, что люди не смирились бы с этим, и мы получили бы непрекращающийся конфликт. Такое молодое общество, как наше, просто не пережило бы столь разрушительного удара. Но это и надо было. Изложенные факты подтверждают, все, что мы прошли и пережили, это не спонтанные атаки на власть или лично президента, и не эмоциональный порыв их. Это последовательная, целенаправленная политика против белорусской государственности, нашего народа и его будущего. Против страны-учредителя Организации Объединенных Наций, регионального миротворца, важного звена сопряжения Запада и Востока. Страны, которая еще не залечила раны Великой Отечественной, приняла на себя основную долю пепла Чернобыля. Это лишь подтверждает то, о чем я неоднократно говорил ранее. Проблемы, с которыми мы столкнулись, имеют ярко выраженное внешнее происхождение. Если бы мы, как некоторые постсоветские государства, поддались лихорядке сменяемости власти, допустили шарахание в политике и идеологии, то неуправляемое пикирование было бы уже не остановить. Нас ждали миграция, разобщенность народа, дисфункция экономики, рост преступности, закат социального государства. Жили по принципу «кто может, выживать». И все это безвозвратно, на века, если не навсегда. Для сохранения страны, ее независимости и субъектности, прогрессивного движения вперед государство предложило созидательную консолидацию власти и общества. За прошедший год были приняты 22 законодательных акта, многие с вашей подачи, направленные на обеспечение национальной безопасности нашей страны. Мы усилили правовые механизмы защиты суверенитета и конституционного строя. Издан соответствующий декрет, нормы которого включены в проект конституционных изменений.
Упредили нарастание экстремизма, навели порядок на улицах, скорректировали получение и использование иностранной безвозмездной помощи, усовершенствовали подходы к государственной информационной политике, повысили ответственность за поведение в виртуальном пространстве, приняли меры по обеспечению сохранности персональных данных. Сегодня весь мир идет по этому пути. Во многих странах уже регламентирована деятельность даже таких мировых гигантов, как Google, Facebook, Telegram. Существенно повышена ответственность медийных субъектов. Наконец-то и наши законы в этих сферах такие же передовые, как в Европе и США. Но поверьте, овации в наш адрес не будет. Да, правовая среда стала жестче, чем была раньше. Но эти новые правила снизят уязвимость нашего общества, создадут платформу для развития, в конечном счете защитят людей от нестабильности. На основе решений 6-го Всебелорусского народного собрания принята и реализуется программа социально-экономического развития республики на 2021-2025 годы. За прошлый год выработаны правовые механизмы, позволяющие усовершенствовать систему образования, налоговое законодательство, земельные отношения, жилищную сферу, туристическую отрасль, систему управления государственным имуществом. Реализуются прогрессивные подходы к развитию инновационной сферы, высокотехнологичного предпринимательства в регионах, расширены меры поддержки многодетных и социально уязвимых категорий граждан при строительстве жилья в сфере пенсионного обеспечения. Люди оценили наши действия. Социологические опросы показывают высокий уровень национального самосознания, единства и сплоченности. Очевидны поддержка социальной политики, одобрение интеграционных процессов нашей позиции по мировым проблемам. Многие кардинально пересмотрели свои взгляды, поняли, что независимая Беларусь – это высшее благо, и нам нельзя ее потерять. Граждане прочувствовали свою ответственность за будущее, осознали ценность мира. Но для развития этого мало. Нужны действия, активность. Сегодня все больше и больше задают вопросы. Они уже исходят от наших беглых на Западе. Многие разочарованы той жизнью, в которой они оказались. Даже на самом верху. Денег нет. Офисы их действия финансировать не хотят, требуют радикальных мер. Убьете кого-то, извините за грубость, в Беларуси, покажете снимок – заплатим. Совершите покушение вплоть до главного – заплатим. Так должно быть. Они должны были это понимать. Какой бы ни был Зенон Поздняк, он их об этом предупреждал. Начинается все с малого, а закончится этим. Но если ты идешь убивать меня, не лично меня, любой так может рассуждать, вы знаете, какая будет реакция? Она такой и будет. Многие факты вы знаете. Что делать, что делать? Их родственники плачут. Здесь у них осталась собственность. Мы близко подошли к решению этих вопросов. А что вы думаете? Тут меня будут кого-то убивать, сжигать, а я буду смотреть на это сквозь пальцы. Мы им пока направили сигнал, и они зашевелились. Как быть? Что делать? Мой вам совет. Домой. Кайтесь и становитесь на колени. Заплатите штрафные санкции за нанесенный ущерб, хотя бы частично, потому что то, что вы натворили, не хватит ни вашей собственности, ни всего того, что вы заработаете вперед за свою жизнь. Прежде чем вы, кому надо, кто этого заслужил по закону, отсидите в местах не столь отдаленных, мы создадим общественную комиссию. Ну, например, сопредседателями могут быть генеральный прокурор, ну и наш глашатай Григорий Озаренок. Два сопредседателя. И будем ориентироваться на решение этой комиссии. Туда войдут представители гражданского общества, наши парламентарии, депутаты и сенаторы. И мы готовы решать эту проблему.
Но заставлять коллективный Запад бегать вокруг Лукашенко и кричать: «Политвязни, политвязни, свободу политвязням!» Ну и кричите. Кричите, вы уже 2 года кричите. Какой результат? Хочу им сказать, дальше будет хуже. Поэтому домой, на коленях, ползком. Если не можете сами, если не можете сами, ну, всякое бывает, лицо надо сохранить, еще чего-то. Опыт есть у литовцев и поляков. Пусть они вас на границу подкинут нам, как беглых, а мы вас заберем.